К другим темам. С 1 июля будет введен запрет на перевозку детей в автобусах старше 10 лет. Нововведение необходимо, чтобы повысить безопасность пассажиров и сократить число недобросовестных перевозчиков. Отмечу, на стоимости поездки эти меры никак не отразятся. Большинство стран Европы и Америки уже давно перешли на подобные нормы. Сейчас перевозчики будут выводить новые автобусы, максимальный возраст которых будет составлять 4,5 года. Соответствующее постановление приняло правительство Российской Федерации. Как отмечает Интерфакс, законодатели ограничили возраст автобусов для детских перевозок после ряда резонансных ДТП. В Совете Федерации поддержали идею льготного лизинга и покупки новых современных туристических автобусов за счет субсидирования процентных ставок по кредитам. Мария Кузьмичева, телеканал ЛРТ. Привет, меня зовут Мария Кузьмичева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.